Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райм, и сегодня мы с Градусом Мёрфи и Владом будем строить. А что именно, узнаете прямо сейчас. Градус, ты первый. Я не хочу ту-ту-ру-ту-ту-ту. Что тебе попалось? Чебурашка сошел с ума. Отлично, Влад, теперь ты. Теперь я, ну что же, мне выпадет всего... Ой, тихо, я чуть не нажал второй раз. Близняшки из Atomic Heart, я только что играл в нее, прям сейчас сидел. Отлично. Супер. Ты их и будешь строить, Мёрфи. Итак, я надеюсь, мне повезет. Шрек умер. Я считаю, нужно Райма на кол посадить после таких тем построек. Шрека убили. Выпал кот в сапогах. Нормально, нормально. Будет очень сложно, потому что я не знаю, как его строить. Ладненько, побежали. Давай поменяемся, я сделаю кота. А ты кого? А я кого? Чебурашка сошел с ума, вот чебурашку будешь делать. Ну давай. Давай. Всё. Так, все, я готов. Сколько у нас времени? Ну, где-то по 2 секунды. А. Не, давай по 2 часа. Ну ладно. Ну что же, я строю Чебурашку, который сошел с ума. Ё-моё, это будет точно непросто. Ладненько, для этого мне понадобится что-то коричневое. А именно мой любимый коричневый бетон. Но поскольку Чебурашка сошел с ума, мне нужно это каким-то образом показать. Только вот как? Ладненько, давайте начнем с самого-самого главного. А именно с его ножек. Ну что, фантазия будет разыгрываться сегодня по полной. Ведь нам нужен... топорик, лопата, а также много оранжево-коричневых блоков. На самом деле на эту постройку понадобится очень много времени. Ну прям очень много времени. Потому что я хочу сделать ее очень классной. И давайте начнем с того, что мне нужны ботинки. Близняшки, на которых я только что недавно смотрел. Ну в плане играл. Поэтому я в принципе плюс-минус помню, как они выглядят. Нам надо еще взять золотые блоки для типа волос. А в остальном все. Эти блоки мне и понадобятся. Я вот не знаю, я их смогу ли сделать красивыми. И давайте попробуем. Что ж, мне выпал Шрек, умер. Я не знаю, как его строить. Давайте Шрека откроем, мне нужен телефон. Я не помню, как Шрек выглядит. Так как он погиб, надо построить что-то типа гроба. Вот такие лапки миленькие будут у нашего Чебурашки. Начало многообещающее. Делаем ему пузико. Ну, пока что Чебурашка у меня классный выходит. Осталось только сделать голову. У меня есть идея, как ее сделать. Но это, кажется, будет очень жутко. Вот такое вот ушко у него будет. О, боже мой, что? Я уверен, что мне все поставят по 0 баллов. Потому что это моя какая-то уже реально больная фантазия. Вроде вот так вот, и одно ухо у него больше, чем другое, но ничего. Теперь нам нужно только ему позу дать. Позу дать. Вот, у нас будет довольно большой котик. Теперь вот здесь у нас типа опа. И вот здесь у нас вот так вот его нога уходит вдаль. И сюда вот так вот еще фигануть. Ту-т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 ум. Это будет потом его обувь. Теперь нам нужно выставить его тело. Оно будет идти. Плюс-минус надо его строить равномерно. Оно у него такое гибковатое. То есть нужно сделать небольшой изгиб, который у меня, к сожалению, сейчас не получается. Теперь мы фигачим ему руку. Вот у него одна рука вдоль ноги выходит. Типа, опа. Даже меньше придется делать. И в этой руке у него будет сабля. А эту руку он делает вот такой вот. Опа. Опа, типа фиеста. Так, они у нас балерины, должны стоять на одном носке, то есть вот так вот. Ну да, похоже, кстати, неплохо. А теперь я хочу ее еще сделать, ну, в какой-нибудь позе. Вообще подумал чуть поменьше ногу сделать, то это странно. А теперь не понимаю. Вот, в принципе, есть что-то, какие-то сходства. Не знаю, очень тяжело, конечно, сделать прям похоже, потому что ну, в Майнкрафте мало детализации, чтобы это нормально сделать. Поэтому мы будем пытаться, ну, как есть. Ну, она типа не плоская. Но это вообще, это очень тяжело, я не представляю. Как ее сделать нормальной? Значит, мы сейчас сделаем с помощью топорика все, чтобы не было так сложно. Это будет гроб. Тут нужна красная обшивка. Готово. И здесь у нас будет валяться Шрек. Если в случае что, места не хватит, я возьму и расширю. Но пока что можно уже начинать строить его. А чувствую я, что мне места не хватит. Но тогда, как я уже сказал, расширим. Ничего страшного. Слава богу, здесь существует такое понятие, как топорик. Ну, один в один Шрек уже получится, я уверен. Только вот тут вот надо чуть уменьшить. Дальше у него вот тут вот беленькое все. Чувствую, что у меня будет самая лучшая постройка. В этот раз я точно сделаю все по красоте. Здесь мы сделаем вот так. Все, красота. Но гроб надо все-таки увеличить. Господи, что это? Точно не Чебурашка. Ну ладно.
Он просто добрый. И поэтому такой смешной. Но вы не смейтесь над ним, потому что он обидится. Так вот это все мы сделали. Ну, в целом остались только лапки. А поскольку это Чебурашка, он же очень-очень сильно любит мандаринки. Поэтому на земле будет лежать целая мандаринка, а он будет пытаться ее достать. Все дело в том, что Чебурашка-то на самом деле очень миленький зверечек. И он очень любит мандаринки. Поэтому я делаю его максимально милым. А что может быть более милым, чем мандаринки? Вот так вот добавим немножечко красной пыльцы, и мандаринка у нас тоже готова. Осталось доделать руку моему миленькому Чебурашке. Нормально. Теперь нам нужно только доработать то, что мы уже сделали. Ага, рука эта длинная, это нормально. Так, ноги он в позу встал. Начнем с ботиночек. Вот, ботиночки. Теперь нам нужно только сделать объем. Все, первый ботиночек у нас готов. Теперь нужен второй. Второй мы сделаем вот здесь. Опа, другое дело. Кошачий хвост. Слушайте, я в эту постройку сейчас всю свою душу вложу. Возьмем теперь вот такой оранжевую керамику и сделаем ему полоски. Тут где-то должны уже руки быть потихонечку. Нам бы тут объема, конечно, немного добавить. Ай, Майнкрафт, как это странно выглядит, я не могу. Ладно, может, лицо мне спасет все это дело. Ну, что-то похожее на... лицо, у которого нет лица, это смахивает. Капец, ну вот реально, трабл в том, что как бы я сейчас ни старался, ни пытался, это чертов Майнкрафт. Как я смогу сделать что-то похожее вообще на человека, у которого, по сути своей, нет никакой текстуры, она просто серая с серым. Они мне будут занижать баллы за это. Но это несправедливо. Ладно, начнем с головы. Может, сейчас-то у меня что-то станет лучше. У него, как я знаю, есть прям такое пузико большое. Без него никак, поэтому тоже добавим пузико. Нет, у него пузо прям вообще огромное. Оно прям круглое-круглое. Поэтому нам надо сделать так же. Чтобы оно было максимально круглым. Вот так вот как-нибудь. Господи, что это такое? Это больше на яйцо какое-то похоже. Причем меня смущает, что оно все какое-то поехавшее. Все, теперь у него прямое пузо. Наконец-то! Победа! Вот это, конечно, рамп постройки выбрал, я прям не могу. Теперь строим голову. Туториал по Шреку. Чувствую, что мне просто на все времени не хватит. Я не знаю, что мне со всем делать. Я не успею его достроить. Все равно он какой-то косой. Это больше на Гринча похоже. Ну, чувствую, такая носяра получилась. Ну вот, что-то уже готовое получается, вырисовывается. Но здесь мы сделаем тоже мандаринку. Ну, поскольку у него получились такие длинные руки, он будет не справляться с ними, потому что он... сумасшедший, как мы уже поняли. И поэтому он немножечко раздавил тут мандаринку. Ну что же, Чебурашка получился просто отменный. Мне кажется, о господи, я забыл одну деталь. Ему же нужен хвостик. Но для этого нужно сделать его более объемным. И пушистый хвостик, конечно же. Это же Чебурашка, он миленький. Я бы, возможно, сделал ему ротик побольше. Вот так вот интереснее. Ну что, дорогие мои друзья, вы готовы? Я почти. Что? А я вообще, кстати, не готов. Ну ладненько, буду вас ждать. Теперь нам нужно сделать ему... Давайте сабли. Сабля. Железная сабля, железный блок. Я бы, конечно, хотел еще из люков попробовать что-то сделать, но, наверное, вряд ли получится. Так, давайте мы сделаем... Типа он здесь держит, но поскольку сабля, она такая интересной формы, она будет закрывать еще то, что у него находится здесь. Поэтому сделаем такой объем, и здесь не придется делать сильно ему руку. С таким небольшим поворотиком надо ее сделать. Типа она немножечко изгибается. Не, наверное, она, конечно, чуть больше изгибается, чем надо, но просто если сделать ее просто прямой, она будет стрёмно выглядеть. Поэтому давайте лучше просто уберем вот этот вот кусочек и сделаем здесь длиннее. Хвостик у нас есть, тапки у нас есть. Ну, в принципе, как-то вот так там идет. Я вообще сейчас чисто по памяти строю, так что не надо на меня кричать, если что. Тут все на голове заменяем на золотые блоки, и, наверное, оно станет похожим хотя бы чуть-чуть. Давайте с руками что-то решим уже и подумаем. Тогда может сделать вторую близняшку, которая с курточкой. Ну вот никак ты этими квадратами не сделаешь никакую изящность. Ну вот не получается у меня вообще. Так, надо и руки чуть-чуть посильнее сделать. У нас тоже, знаете ли, не слабая женщина. Вот так вот. У нее еще есть всякие полоски на костюме, чтобы хоть как-то что-то отличалось. И вот как мне их сделать на чертовых квадратах больших? А? Ну это вообще кринж, ребята. Это максимальный мисплей. Мне не повезло с постройкой только потому, что я не представляю, как вообще можно это построить. А вот отсюда вот у него будут руки идти уже. Поэтому делаем ему руки. Боже, кого я создал. Так, надо сделать, что он лежит. Ему в этой жизни больше ничего не надо.
Пояс забыл добавить. У него же пояс еще есть. Пояс. Какой пояс? Черный бетон. Все, пояс есть. И теперь мы делаем ему руки. Будет у него 4 пальца. Ничего страшного. Переживет. Можно, конечно, сделать вот так. Боже, мне это нравится. Я хочу это оставить. Все, теперь просто надо то же самое здесь повторить. Во, носик готов. Теперь нужно сделать ему улыбку. Она такая должна быть углубленная. Типа вот так вот. Я вот думаю, может быть, это еще на шерсть заменить, а то оно все так смотрится. Вроде бы прикольно, а вроде бы нет, потому что его кожа шерстяная. Наверное, все-таки реально блок шерсти бы подошел лучше. А ну-ка, давайте глянем. Глянем. Ну, типа, если бы вот так вот. Да, так действительно лучше. Давайте тогда заменим. Нужен какой-то декор для его зубов. А то без зубов он какой-то странный. Может, это кораллы подойдут? Смогу ли я запихнуть сюда кораллы? Ладно, не знаю, оценят это ребята или нет, но это лучше, чем ничего. Давайте найдем такие же блоки, только чуть-чуть темнее. Короче, я понял, надо, знаете что, надо ей подчеркнуть всякие вот эти механические, даже не знаю, как это назвать, элементы. Тогда, может, это спасет мою постройку. Не знаю. Ну, как будто бы уже лучше. Давайте сзади тоже как-то подчеркнем. Ну, тяжело, согласитесь. Это реально тяжело, но, по-моему, я даже на самом деле не так плохо справился, как мог бы. Это выглядит плюс-минус нормально. Ну, короче, я бы на их месте не поставил бы себе плохую оценку. Вот так. Я считаю, честно говоря. Давайте попробуем сделать ей все-таки жилетку. Может, жилетка действительно станет лучше, в чем я, конечно же, сомневаюсь. Это настолько же ужасно, насколько и красиво. Теперь нам надо достроить гроб. Можно, конечно, еще чего-нибудь добавить, но я не знаю, успею ли я. Вот, мы добавим крест. А, ямку надо сделать, как будто копают. Точно. Для этого каменистую землю возьмем. Идеально. Крест готов. Венок. Точно. Слишком уж много я как-то знаю об этом всем. Можно построить осла, пока есть время. Это надо делать, правда, очень быстро, но я думаю, я успею. Блин, ну я старался, но что-то у него с лицом не задалось, явно. А, ну конечно. Во-первых, у нашего сеньора нет усов. Во-вторых, нам не хватает шерсти, которая бы идеально подходила так, чтобы типа сделать... Опа. О, вот, это спасет ситуацию. Я больше чем уверен, это должно спасти ситуацию. Это не спасло ситуацию. Блин, цвета в Майнкрафте подходящего нету. Что-то между белым и желтым. Ну как? Вот. Да. Оно. Теперь усы, это будет у нас паутина. Но мне не нравится. Мне не нравится его рот. Рот это прям большой такой большой пробел. Он такой, я не знаю, типа... Тупой рот. Уже лучше с красным языком. Блин, ну я полоски ему не сделал. Ну, кстати, золотой стало намного лучше даже, да? Там же у нее еще на такой, знаешь, полосочку есть что-то вот темно-желтое. Ну-ка, вот желтое, допустим, мы сейчас напишем. Если мы сделаем с вами немножечко вот такую линию. Ну все, в принципе, да. Вполне хороший персонаж у меня получился. Так, это я лишнее. Ну, в общем, вот, оцените. Вполне себе неплохо. Боже, что это такое? У него еще есть губ, я на всякий случай подпишу. И что вы думаете, я на это поведу? Кидайте в него плоды Хоруса, кидайте в него, пускай он знает, что такое плоды Хоруса. Да, что, привет. Привет. Первым будет Мёрфи, потому что я так сказал. Я хочу оставить своего кота напоследок после Шрека. Давайте, принципиально Мёрфи сейчас не будет теперь. Да, Влад будет, я согласен. Сначала Шрек, потом кот. Шрек, потом кот. Ну согласен. Ладно, тут уже справедливо. Ну просто ты такой, я так сказал. А вот сразу хочется наоборот сделать сразу. Ну да, ты прав. Поэтому делаем наоборот, идем сначала к нему. Нет, ну сначала Шрека. Шрек и кот. Сначала вышел Шрек, а потом этот кот. Ладно, да. Хорошо, заходите. Тогда надо было Фиону устроить. Это очень трагическое. Это очень все трагическое. О, господи. О, боже! Шрек! Мама! О, что Шрек меньше осла? Это что, шоколадный торт? Да он... Вы что смеетесь? Это очень трагическое. К нему пришел его друг осел. Очень сильно плачет. Я, как вы видите, его достроить не успел. Да, у него уж уха нету. Так, тут табличкой с надписью какой-то. Осель. Ну да, это похоже на осель утка или индюк, потому что у него странный рот. Так, у меня вопросы к Мёрфи. Почему у него открыты глаза? Он же умер. Может, он уснул? Да, надо монетки на глаза положить.
Смотрите, теперь он реально как будто спит. Монетки. Я прыгаю на его пузе, мне нравится. О, господи, что с его глазами? Там что, черви завелись? Так, ну, так ладненько, погиб. Выставляем оценочки. Мне очень нравится постройка, но, конечно, она немножечко недоделанная, поэтому ставлю 8 баллов за то, что... Минус 1 балл за то, что недоделано, и минус 1 балл за то, что у него были открыты глаза. А осёл прикольный. Я считаю, что основная задумка то, что Шрек умер, а то, что осла он строил, это вообще дополнительно. И я оцениваю чисто сугубо Шрека, поэтому Шрек, как шоколадный торт, отыгрывает свою роль на 10 из 10, поэтому это 10. Я бы его съел. Мне очень нравится. Это смешно, раз, и суть полностью передает. Так что это 10 из 10. 28 баллов! Теперь я ощущаю себя каким-то ужасным человеком. Не, я просто не знаю. Да, как бы с одной стороны он недостроен, но сама же задумка, Шрек помер, а осел чисто в гости пришел. Это же он построил и осла, значит, это тоже часть работы. Ну, тоже верно. Ну, короче, у нас у всех свои тут эти категории оценок. Ладно, 28 баллов, побежали, значит, к градусу оценивать его котеечку в сапогах. Да. После того, как все оценки были поставлены, я буду Райму автоматом снижать 2 балла. Ладно, так, градус, погнали. Ну что ж, я пытался сделать что? Полноценного размера. Это очень круто! Я не верю. А мне не нравится, я пытался очень... намного больше деталей сделать. Посмотрите, как у него хвост. Так должно было быть весь скин, но я не успел. Времени, честно скажу, мало. Да капец, конечно, такую крутую... С каких пор ты научил тебя строить градус? Давно. Когда освоил топорик? Ну это реально очень и очень круто. Я понимаю, что здесь ты тоже не успел достроить, хотя в целом мне и так уже очень нравится, поэтому я точно ставлю здесь 10. Ну, знаете, если честно, не хватает только вот этого вот маленького узора, чтобы у него, знаете, по ручкам там шло, все дела. Ну, это уже слишком. Не, ну это прям классно. Выпендривается. Это реально круто. Я ставлю 10 из 10. Ну, я тогда ставлю тоже, потому что понятно, офигенный. Стадо. Я честно скажу, это лучшая вообще постройка, что я видел в этом шоу. Ну, кроме ежика в тумане. Нет. Неправда, ежик в тумане мой фаворит. Это 12 из 10. Вот тут уже действительно. Это вообще что? Я не ожидал. Вот такого я вообще не ожидал. Это вообще... Нет, просто сравните кота в сапогах и печеньку. Это ролик котенка Джека. После такой постройки я даже не знаю, как показывать свою, поэтому Влад... Давай. Нет, почему? Давайте кладу. Близняшки. Напомнить. Короче, стоп. Рассказываю. Очень тяжелая постройка. Это серая на сером. Вы видели близняшек? Вот она. Я решил, чтобы хоть что-то выделялось, я построил с курточкой, и еще я не умею пользоваться топориком, поэтому я сделал от руки вот такую штучку. Тоже очень классно. Причем тут покемоны? А, господи. Дальше, ё-моё. Причем тут курица? Дальше, ё-моё. А где вторая? Да нету, потому что я на одно время все убил. Я ж не умею пользоваться вашими этими топориками. Слушайте, мне нравится, Она своей ногой землю пробила. Да, это тот кадр, это то. Давай, наступи мне. Что? Мне нравится, она не такая детализированная, как Шрек, но тем не менее она классная. Шрек. Но блин, близняшки, суть постройки в том, чтобы их было две. Да где я тебе повторю ее, не могу я. Все, подожди. Честно скажу, Влад, вот научился бы ты топориком взять, просто бы нажал команду копи, поставил ее, отразил бы ее, и все, и две близняшки есть. Просто другой поменял бы чуть-чуть курточку, и было бы у тебя вообще тут 10 из 10. Да. Не благодари. Ты ногу обрубил, спасибо! А, что? Да, ты мне ногу обрубил. Что? О, вот так вот уже лучше. Одно дополнение. Это битва с боссом, где мы, это вот этот человечек. Вот, Влад, отлично. Вот так-то лучше. Но это сделал ты после завершения, поэтому ставлю тоже 8 баллов. Вообще трэш, я не приду на эти съемки больше. Да почему это много? 8 баллов, это дофига. Она прикольная, мне нравится эта постройка. Ну да, поэтому 8. Это 10. Это 10. Спасибо. Это 10, но поскольку ты все равно... Вот 10 это реально вот так вот, и с этим человечком. С него 8. Мёрфи? Да. Я же сказал, 10. Ты кринж, Мёрфи. Ладно, пойдемте дальше. Я, поскольку самый строгий, сейчас меня зафигачат все и поставят мне по 0 баллов. Ну ладно, это не самое главное. Самое главное, что мне попался Чебурашка. И я попытался сделать его максимально милым и позитивным. Меня это пугает. Так, чтобы все подписчики точно умели. Ну что же, пойдемте. Ёжик В2. Боже мой! О, господи.
Он ест мандаринки! А, мандарин! На что мы могли рассчитывать, когда он сказал, что закончил спустя 10 минут? Но поскольку у него длинные лапки, одну мандаринку он случайно раздавил, но ничего, у него есть еще вторая. Посмотрите, как она рада. Я напомню, мы с Раймом поменялись постройками. Лучше бы Чебурашку строил я. А мне нравится, он же добрый. Вы просто сравните все 4 картинки, все 4 постройки, вот просто взлетите сейчас наверх. Угадайте, у кого шизофрения. И угадайте, кому надо к врачу. Самое смешное, когда ты взлетаешь наверх, Чебурашка за тобой глядит, смотрит, смотри. Да, в этом сейчас. Вообще тут очень большой контраст всего этого. Потому что у меня была постройка, Чебурашка сошел с ума, правильно? Правильно. Ну слушайте, если оценивать это как для ролика Райма, по смеху, типа он смешной, это 10. По конструкции самой Чебурашки и сложности задумки, это 0. Вот. Но это на уровне, если так подумать, то это на уровне вообще печенька, которой надо стучать по колоколам, чтобы она давала печеньки. О, господи. Поэтому я поставлю тебе 6. Но это смешно. Но это вот 6 баллов за то, что это смешно. Я тут не строитель никакой. Я не умею строить. Я делаю так, как чувствую. Градус, ты не понимаешь. Художника обидеть может каждый. Да. Ну вот понять. Никто не может. Именно так. Если тебе не нравятся такие оценки, то давай я. Во-первых, давай. У него поехавшее ухо. Я знаю. Не достает немножко. Потому что да, это так надо. Зубы здесь у него не белые. Потому что он Чебурашка, он неведомый зверечек. Почему у него на ногах 3 пальца? Потому что он этот самый... Неведомый зверечек. Омо. Почему у него здесь щупальца? Это его лапка, милая. Смотрите, Чебурашка ожил. У него пошла пена изо рта. Нет! Давай оценку! Ну, 5. Иди-ка ты в жопу. Влад, а ты? Короче, если это оценивать как мамочку из Poppy Playtime, то это 10. Но, к сожалению, это не она. Это у нас Чебурашечка. Поэтому я ставлю 8. Это очень крутая постройка, мне понравилась. 8. Ах, какая ты! Поймал суть. Ладно, хорошо, я вас понял. В таком случае, я победил. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Справедливо. Всем пока. Все как всегда, я даже спорить с Раймом не буду. Всем пока. Ай, ну конечно же, победители не судят. Так что заткнитесь все и примите мою победу. Принимаем, мне понравилось.